Очередные счастливчики. Весной этого года по просьбам потребителей компания RG Brands возобновила розыгрыш 1 миллиона тенге. И сегодня заветный выигрыш получили еще два человека. Какие эмоции они испытали? И ждать ли еще сюрпризов от компании? Оскар Миндыбаев встретился с победителями. Акция лояльности в плюсе продолжалась всю весну. Любой желающий мог принять участие в уникальном розыгрыше. Достаточно было купить продукцию RG Brands, а именно один из соков «Дада», «Грацию», «Нектар солнечный», «Чай пиала» или «Воду Асу» и зарегистрироваться. Победители определяли методом случайного выбора в присутствии нотариуса. Приятно удивлены, когда нам позвонили, сказали, что мы выиграли миллион. Как бы такие смешанные чувства. Непонятно, как бы не верилось. Чтобы ваша удача продолжала вам сопутствовать. Спасибо. Сегодня стали известны имена обладателей последних 2 миллионов. Марина Синилова – маркетолог. Радостную новость ей сообщили на работе. Женщина не могла сдержать эмоций. Марина участвует в розыгрышах компании с осени прошлого года. Но удача улыбнулась только сейчас. Своей радостью с журналистами поделился и Азиз Алиев. 34-летний мужчина рассказал, что уже несколько лет остается верен продукции компании RG Brands. Именно это и сыграло решающую роль. Потому что долго я еще участвовала в акции с ноября. Вот первую акцию я, к сожалению, не выиграла. Вот в марте опять подключилась. Так как это было неожиданно, конечно, реакция была откровенная, такая сумбурно восторженная, да, очень сильно радовалась. У нас семья давно любит попить чай, как-то у нас традиционно принято, чай с молоком. Но уже лет 5-6 мы именно пользуемся чаем пиала. И просто решили, а почему бы не попробовать отправить данные коды. Программа лояльности в плюсе исполняет желание. В этом лично убедились несколько победителей. Для этого нужно было купить продукцию компании RG Brands. К слову, в розыгрыше участвовало более 100 тысяч купонов. На этом сюрпризы от компании RG Brands не заканчиваются. Следите за новостями. Уважаемые наши любимые потребители, следите за нашими новостями на сайте Плюсими, либо в мобильном приложении. Акции продолжаются. Участвуйте и будьте первыми. Оскар Миндыбаев, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы.